Но, видите, он не хочет на этом останавливаться. Заявляет 132. Хочет плюс 5 иметь. Плюс как бы у него еще преимущество по собственному весу. То есть максимально усложнить жизнь Ом Юн Чол. Опа! И здесь ошибка. Но плюс 3. Это тоже неплохо. Хотя еще раз повторюсь, что Ом Юн Чол для старта первого подхода во втором движении заявил 165, при том, что Лон Кингкуан заявил 157. То есть разница в 8 килограммов.